Чудесная история любви святых Петра и Февронии бытует уже 7 век, и с каждым годом интерес к христианскому празднику возрастает. 8 июля принято совершать помолвки, играть свадьбы и проводить венчания. Считается, что брак, заключенный в этот день, оберегается высшими силами. День семьи, любви и верности способствует, содействует укреплению нравственных ценностей в сердцах молодежи и, естественно, укреплению института семьи. Семья, любовь и верность. Для Анны и Григория Кучеренко это не пустые слова. Вместе эта пара уже 51 год. История их отношений началась спонтанно. Как говорится, им случай встретиться помог. В 61 году он приехал к своей односельчанке, а он сам из Рыбницы. А ее не оказалось дома, она соседка наша. Но мы пригласили к себе, потому что ему надо где-то. И мы так познакомились. И всех у нас встреч было 5. Это вместе с ЗАГСом. Рецепт семейного счастья для каждой пары универсален, рассказывает Анна Евгеньевна. Секрет долголетия своего брака она видит в умении сглаживать острые углы. Счастье у Чернецких – это Владислав, Ярослав и Святослав. Дети в этой семье – самое главное чудо. В семье, где много детей, это прекрасно. Я сама выросла одна, у мамы у меня была. И поэтому я никогда не хотела, чтобы у меня был один ребенок. Поэтому я хотела, чтобы было много детей у меня. Без семьи нет человека, считает многодетная мама. Те, кто семьей еще не обзавелся, уверены, человека нет без любви. Ведь именно это чувство заставляет сердце биться быстрее. Любовь – это прежде всего доверие друг другу, это взаимность. Любовь – это когда два человека нашли друг друга и жить без друг друга не могут. Семья – это очаг, любовь, верность, уважение, взаимопонимание – самое главное. Татьяна Лилица, Ирина Полесика и Дмитрий Балта. Первый республиканский.